Телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской» рассказывает, как получить налоговый вычет за спорт. Если в этом или в прошлом году вы покупали фитнес-абонемент, записывались в бассейн или другую спортивную организацию, водили ребенка в платные секции, можете оформить налоговый вычет за эти занятия. Для этого вы должны официально работать и платить налоги. И важно, чтобы организация, предоставляющая услуги, была включена в перечень Минспорта. Как получить налоговый вычет за спорт, читайте в карточках. Администрация железнодорожного района в телеграм-канале сообщает о том, что в Самарской области официально стартовал год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным. В Театре оперы и балета прошел гала-концерт губернского фестиваля народного творчества «Рожденные в сердце России». Зрителями стали более 1000 жителей и гостей региона. В их числе и многодетные семьи, родные и близкие участников СВО. Гости из города-побратима Самары Снежное. В Советском районе Самары продолжаются работы по расчистке территории от снега, сообщает телеграм-канал администрации Советского района. И размещает подтверждающие фото. Ведется механизированная и ручная расчистка по адресам Антонова-Овсеенко, дом 93, второй безымянный проезд, дом 5, улица Запорожская, дом 19, улица Победы, дом 90, улица Авроры, дом 201.